Дорогие друзья, всем привет! Продолжим разбираться с объектами. И сегодня рассмотрим такую достаточно скользкую тему. Мы посмотрим, почему объекты называются ссылочным типом данных. И чем объекты отличаются от примитивов. Друзья, у нас было два объекта. Один объект у нас описывал собаку, второй объект описывал какой-то автомобиль. И напоминаю, что мы знаем про объекты. Объекты – это сложные составные или комбинированные типы данных. Каждый объект может содержать целый набор разных значений. Также он может содержать не только значения строки, числа, булевы, он также может содержать массивы или другие вложенные объекты, или даже массивы с вложенными объектами. Короче, объект – это сложный и такой тяжелый тип данных. При этом размер объектов в JavaScript не ограничен. То есть объекты у нас могут быть сколь угодно большие. Это объект. Что же мы называем примитивами? Примитивами мы называем типы данных, которые имеют только одно значение. Число, строка, булева, null, undefined – это те типы данных, которые представлены только одним значением. Если у нас есть какое-то число, то это только одно число. Если это строка, то это только одна строка. То есть примитивы – это, помимо всего прочего, легкие для хранения и обработки типы данных. И что из этого следует? Если мы с вами, например, создадим какую-нибудь переменную, которая хранит примитивное значение, например, number, и положим сюда какое-нибудь число, в этот момент в оперативной памяти браузера сформируется ячейка, в которой будет храниться число 27. Если мы задумаем создать какое-то новое число или новую переменную, давайте ее назовем new number, и положим в нее значение переменной number, то у нас теперь в оперативной памяти браузера будет две ячейки. Доступ к одной будет по имени number, а ко второй ячейке будет доступ по имени new number. И там будут лежать как бы две разных цифры, два разных числа 27. То есть у нас вот эта вот процедура присвоения приведет как бы к созданию нового значения. У нас появится два числа 27. Давайте попробуем то же самое проделать с объектом. И посмотрим, что из этого получится. Например, мы с вами создадим некую, короче, переменную, назовем ее new doc, и как бы, короче, положим в нее значение переменной doc. Что произойдет? Смотрите, мы с вами говорили, что объект это тяжелый, объемный тип данных, и он может быть сколь угодно большим. И поэтому с объектами все немножко обстоит не так. Сам по себе объект хранится в отдельной какой-то области памяти браузера, а в переменной doc хранится ссылка на этот объект. Таким образом, если мы с вами знаем, что в переменной doc хранится ссылка на объект, то что произойдет, если мы эту ссылку положим в еще одну переменную? Произойдет вот что. Теперь две переменные хранят ссылку на один и тот же объект. Это очень похоже на то, как у вас есть квартира, это, например, объект, и есть какая-то ссылка, которая дает доступ к этому объекту, например, ключ от квартиры. И если вы сделаете дубликат ключа, к сожалению, это не приведет к появлению новой квартиры. Просто еще один человек получит доступ к этому объекту или получит доступ к этой квартире. Давайте убедимся, что это именно так. Например, мы с вами говорили, что наша собачка, возьмем наш new dog, возможно, немножко поправилась. Выберем свойство вес и присвоим новое значение. Например, 25 килограмм. Окей, а что же произошло с нашим объектом? Давайте посмотрим. Если мы к нашему объекту обратимся по ссылке doc, как бы это вроде бы старая ссылка, и можно иногда подумать, что, наверное, это какой-то другой объект. Но мы теперь знаем, что ссылка к нашему объекту лежит и в переменной doc, и в переменной new doc. Поэтому в нашем объекте произойдут изменения, вне зависимости от того, какой ссылкой мы воспользовались для доступа к этому объекту. Это означает, что если у вас есть два ключа от квартиры, и вы пришли домой и поставили в холодильник пакет с едой, то человек со вторым ключом, придя в эту квартиру, обнаружит в своем холодильнике ваш пакет. То есть мы имеем две ссылки, которые дают доступ к одному объекту. И если мы производим изменения в нашем объекте, используя одну из двух, или может быть даже трех ссылок, то по остальным ссылкам мы, естественно, получим доступ уже к измененному объекту. Смотрим в консоль и убеждаемся, что это так. Вот наш объектик, к которому мы получили доступ с помощью переменной doc, и обнаружим, что те изменения, которые мы произвели с помощью переменной new doc, нам доступны точно так же. Для чего нам это нужно? Пока что мы это опустим, посмотрим в следующих, короче, занятиях, почему нам об этом надо знать и помнить. Пока что, друзья, запоминаем такую вещь. Переменная хранит ссылку или указатель, как угодно. Обычно программисты говорят ссылку на объект.
Мы можем создать сколько угодно ссылок на один и тот же объект. Но вот такая вот процедура не приведет к появлению нового объекта, просто приведет к тому, что еще одна переменная будет содержать ссылку на объект, и мы получим как бы возможность доступа к этому же объекту вроде бы по другому имени. Итак, объект – это ссылочный тип данных. Ну что ж, дорогой друг, жизнь становится немножко сложнее. Появляются какие-то ссылочные типы данных, но не расстраивайся, мы совсем научимся работать и совсем разберемся. Ну и как всегда, ждем лайк, подписку, комментарий и доброе слово инкубатору. До встречи!